Добро пожаловать на Бодега Сальтанса. Я Карлос Феррейра, винодел. Хочу представить наше вино из серии знаменитых испанских художников. Серия вин, посвященных Гоя. Вино представлено в деревянных ящиках по три бутылки с изображением трех различных картин Гоя. Это ограниченный выпуск по 14 тысяч бутылок каждого вина. Вино категории резерва, урожая 2008 года, квалифицированного как очень хороший год. Виноград из наших собственных лоз возраста более 50 лет. Вино выдерживалось 18 месяцев в новых бочках из французского дуба Альер. Роберт Паркер оценил это вино в 90 пунктов. International Wine Cellar в 92 пункта. И в 94 пункта вино оценил Wine Review. Теперь мы переходим к дегустации. Цвет вина блестящий, насыщенный. Красно-гранатовый с фиолетовым оттенком. В аромате тона выдержки в дубовой бочке, сочетающиеся с кофе, красными фруктами, ежевикой и лакрицей. Хорошо выражены сортовые тона темпранио. Во вкусе очень элегантное и продолжительное, запоминающееся и питкое, послевкусие длительное. Рекомендуемая температура 16 градусов. Хорошо сочетается с мясом, тушеными блюдами и овощами. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!